Пожара не произошло, а вот ущерба избежать не удалось. В Братском районе жесткую посадку совершил легкомоторный самолет. На этих кадрах видно, что при приземлении воздушное судно буквально воткнулось носом в лед. По сообщению очевидцев, пилот не пострадал. Чего, увы, не скажешь об автомобилистах региона. И нет, речь идет не об авариях, а о цене на топливо. Стоимость бензина в Иркутске признана самой высокой среди столиц всех регионов Сибири. Причем это вполне официальные данные, которые озвучил Росстат. В среднем литр топлива на заправках Иркутска обходится автомобилистам в 44 рубля 7 копеек. Ровно год назад эта цифра была меньше почти на 5 рублей. В январе 2018 года столица Прибайкалья занимала второе место в рейтинге городов с самым дорогим бензином. Сегодня же ситуация иная. Тройка лидеров выглядит следующим образом. Иркутск, Кызыл и Горно-Алтайск. Стоит отметить, что исследования проводились лишь в областных центрах. Попади в рейтинг Бодайбо или Киренск, картина выглядела бы совсем по-другому.